Добрый день, дорогие друзья, гости на моем канале. Я, как всегда, рада вас приветствовать. Сегодня хочу вам немножко показать, что у меня растет на стеллаже. Здесь детки у меня только и листики укореняются. Все стоит вот в таких контейнерах, на салфетках кухонных, кухонных. Я просто эти салфетки увлажняю, вот. И получается полив с поддона. Детки постоянно получают водичку, и поэтому они очень быстро растут. А здесь в тепличках вот стоят детки. Теплички не сильно герметичные, потому что... Ой, это корзинки такие с фикс-прайса. Вот здесь воздух поступает, а поверх... Корзинка накрыта просто пищевой пленочкой. И там у меня растут вот такие вот замечательные детки, которые уже... Так, сейчас, одну минуточку покажу вам. Которые уже нужно рассаживать. Я их отсаживала от листа, они были очень маленькие. И поэтому в стаканчиках много таких деток, которые по 2, по 3 детки, в общем-то, нужно рассаживать. Быстро тоже очень растут, так что бояться тепличек не нужно. Вот там еще такие же. Здесь вот менюшки у меня. Там вот линейка, здесь моя химерка Роллер Ринг. А, тут тоже не помню что. Тоже в такой же корзинке под пленочкой. Еще пару недель и буду доставать их, переставлять вот в такие контейнеры. Тоже на дно контейнера кухонные полотенца уложены, смачиваю, и вот все растет и прекрасно себя чувствует. Здесь, в принципе, все то же самое. Вот велоденны, деточки, вот 2 подрастают. Так, это у меня покупные капиллярные маты. Вот. С ними, конечно, намного удобнее работать. Тоже все прекрасно растет. Вообще быстро очень растет. Мне понравилось на капиллярных матах. Вот такие вот детки. Здесь такие вот теплички с фикс-прайса. Так, здесь у меня вот укореняются листики. Там кое-какие детки стоят. Все свои фиалки я выращиваю в торфе Классман с пенопластовыми шариками и с агроперлитом. Укореняю листики я тоже все в Классмане. В ближайшее время планирую снова попробовать агробалт. Хочу заказать большую кипу 250 литров сразу от производителя. Вот. И буду пробовать переходить на агробалт, потому что Классман, во-первых, он подорожал, во-вторых, его сейчас, ну, не у всех есть этот Классман. Многие, в общем-то, переходят на агробалт в связи с обстановкой у нас в стране. Вот, поэтому я тоже решила пробовать снова агробалт. Также я хочу уйти от перлита, хочу уйти от пенопластовых шариков и перейти полностью на чистый торф. А что меня на это сподвигло? Ну, в принципе, даже на фитильном поливе, на капиллярных матах фиалки, стрептокарпусы, бегонии прекрасно растут в чистом торфе. Просто нужно немножечко подогнать свои условия. Вот. В общем-то, растаял снег, посмотрела я на свою клумбу и была просто в ужасе. Сплошные пенопластовые шарики. Так что решила я не загрязнять природу, свою клумбу то же самое, и уходить от пенопластовых шариков и уходить от перлита.